здесь все работает, все функционирует. Паромы ходят по расписанию. В начале сезона летнего один паром у нас функционировал с мая, потом с учетом увеличения пассажиропотока поставили второй и третий паромы. Значит, по расписанию никаких сбоев в передвижении не было. С увеличением роста пассажиропотока и потребности в отдыхе здесь сложилась обстановка в понедельник, где было ожидание. Но на территории паромного комплекса работают все туалеты, все условия созданы для ожидания граждан и туристов. Плюс по дороге на Байкал, это особая туристическая зона, мы делаем особый акцент на дороге на Байкал. Значит, в этом году уже сделаны, завершены работы по трем участкам автомобильной дороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. Сейчас ведется ремонт в начале дороги Баяндай-Алансахужир с 8 по 22 километр. Далее планируется провести существенный ремонт на дороге Петрова-Бугульдейка. Сейчас заканчивается монтаж асфальтобетонного завода в селе Петрова для начала асфальтирования участка автомобильной дороги Баяндай-Алансахужир на острове Ольхон. Пока не везем асфальт и не асфальтируем, поскольку высокий туристический сезон, чтобы не создавать пробки, не создавать сбой в расписании паромов, немножко сейчас будет меньше поток в ночное время, прорабатываем вопрос возить асфальтобетонную смесь. Но в ближайшее время начнется асфальтирование этого участка автомобильной дороги.